В этом видео делаем привязку. Привязка — это сильное магическое воздействие с целью эмоционально и сексуально подчинить человека, зациклить его на себе, иначе говоря, присушить, привязать. Ритуал универсальный, подходит и женщинам, желающим привязать мужчину, и мужчинам, желающим привязать женщину. Приветствую тем, кто первый раз на моем канале. Позвольте представиться. Меня зовут Георгий, и я практикующий маг. Здесь я провожу бесплатные видеосеансы магии, и каждый может ими воспользоваться в своих целях. Вам нужно только посмотреть видеосеанс, соблюдая простые условия. Наверняка многие слышали такую фразу: «Он сохнет по ней» или «Она сохнет по нему». Когда так говорят, имеют в виду, что человек не просто влюблен, а буквально зациклен до беспамятства на объекте своей привязанности. Причем не имеет значения, отвечают ли на чувства того, кто сохнет, ведь страсть его неутолима. Она полностью поглощает человека, и он оказывается рабом того, на кого направлена его страсть. Именно такой эффект оказывает мой ритуал привязки. Как можно понять, мой ритуал подойдет тем, кто желает добиться полного контроля над эмоциональной и сексуальной жизнью человека. Также привязку применяют, чтобы отомстить, не планируя вступать с жертвой в отношения, но заставив сохнуть по себе. Мне кажется, это жестко, но с другой стороны, всякое бывает. И вдруг жертва заслуживает такого испытания. А что вы думаете об этом? Кто может быть достоин такой мести? Поделитесь своим мнением в комментариях. Возможно, у кого-то из вас уже были такие ситуации. Встречались такие люди, которым стоило бы так отомстить? Теперь у вас появилась возможность. Чтобы привязка сработала, вам нужно следовать некоторым правилам. Они общие для работы всех моих магических видеосеансов и описаны в моем телеграме по этой ссылке. Она также сохранена под видео. Для закрепления результата ритуала посмотрите это видео трижды, но не чаще одного раза в сутки. Это важно. Привязка – мощная и быстрая магия. Результат наступает в течение пары дней. Но если вдруг вы не заметите эффекта от воздействия, не спешите разочаровываться. Пишите мне в личку. Разберемся с вами, что пошло не так. Я гарантирую, что доведу вас до положительного результата. Смотрите отзывы. Мои видеоритуалы многим уже помогли добиться своей цели. Это проверенный факт. Не сомневайтесь в моих силах, я помогу и вам. Ссылки на контакты также ищите под видео. Оставляйте комментарии, рассказывайте про ваши ощущения во время ритуала. Делитесь впечатлениями. Важное условие для тех, кто впервые на моем канале. Перед тем, как начнем, обязательно подпишитесь, жмите колокол. Это необходимо для правильного энергообмена. А теперь начнем. Думайте о человеке, которого хотите привязать, и слушайте заговор. Знающие тайны душ сокровенные, от всех сердец мастер ключей, ведающий секреты вожделенные, управитель соблазнов и страстей. Ангел, царь и агнец верхом на драконе, сидящий словно на живом троне, молю тебя, склоняясь со смирением, отдай мне сердце в распоряжение.
дай над ним насладиться властью. Его преисполни неодолимой страстью. Утверди мое притязание, прошу. Сохнет пусть по мне, пока не отпущу. Знающий тайны душ сокровенные, от всех сердец мастер ключей, ведающий секреты вожделенные, управитель соблазнов и страстей, ангел, царь и агнец верхом на драконе, сидящий словно на живом троне, молю тебя, склоняясь со смирением, отдай мне сердце в распоряжение. Дай над ним насладиться властью. Его преисполни неодолимой страстью. Утверди мое притязание, прошу. Сохнет пусть по мне, пока не отпущу. Знающий тайны душ сокровенные, от всех сердец мастер ключей, ведающий секреты вожделенные, управитель соблазнов и страстей, ангел, царь и агнец верхом на драконе, сидящий словно на живом троне, молю тебя, склоняясь со смирением, отдай мне сердце в распоряжение. Дай над ним насладиться властью. Его преисполни неодолимой страстью. Утверди мое притязание, прошу. Сохнет пусть по мне, пока не отпущу.